А з вами програма «Новий день», і я з радістю повідомляю вам про те, що учора, 5 жовтня, у Музеї суднобудування і флоту відкрилася персональна виставка художника Віктора Миколайовича Головачова, яка присвячена 40-літтю його творчого шляху. І виставка за участю групи «Б». Що це за виставка? Що це за таємнича така група? І які роботи вона представляє, ми зараз дізнаємося. І розкажуть про це наші гості. Це Галина Третяк, завідувач сектору науково-просвітницької роботи Музею суднобудування і флоту, і Анатолій Приступа, художник-графік і учасник виставки. Так? Доброго вам ранку. Доброго дня. Я прошу, пані Галино, декілька слів про виставку. В чому вона не така, як інші? В чому її особливість і принада для городян і гостей міста? По-перше, скажу, що виставка вперше експонується в двох залах. У великому залі представлена персональна виставка Віктора Головачова. Її група «В» присвятила до 40-річчя творчої діяльності художника. І незабаром теж Віктору Головачову виповниться 70 років. Тобто це такий творчий звіт своєї роботи. У Малому залі експонуються різні роботи художників, об'єднані в групу «В». «В» – це перша літера їх вчителя Романа Яковича Вайнштока, яка існувала з 1972 року. І зараз художники досі залишаються такі в дружніх стосунках, в творчих пошуках і окрилені тою ідеєю, яку їм заклав їх вчитель в ті роки, коли вони були ще молодими і юними. Зараз вони всі зрілі майстри, всі неординарні, самобутні, кожен працює в різному такому направленні, але об'єднує їх одна духовна ідея. Хочу сказати, що взагалі сприйняття живопису у кожної людини своє, так, суб'єктивне. А коли заходиш у зал, де експонується виставка Віктора Головачова, потрапляєш неначе додому. Тобто самі фарби такі теплі, пастельні, такі фарби, які нас оточують кожного дня. І сюжети, жанрові картини в основному показані. Це на них зображені люди, які нас оточують кожного дня. Навіть от я звернула увагу на те, що риси обличчя промальовані і такі зморщички, ну, і лиця такі духовні, спокійні, окрилені якоюсь своєю роботою, своєю діяльністю, яку вони виконують. Тобто ті зображені люди на картинах. Навіть ці гусині лапки від посмішок є. Ну, тобто, і сюжети дуже впізнані, впізнавані нами. Кожен відвідувач виставки щось своє. Да, там і Очаків впізнано, Себіно, яхт-клуб. Ну, тобто, взагалі таке сприйняття дуже теплоти, гуманності по відношенню до людини, мабуть, таке, як сам Віктор Головачов. У мене таке враження від цієї виставки. Я думаю, що у вас також знайдуться слова, так, щоб розповісти і про виновника, так, цих урочистостей, і про групу, ну, конечно, «В», яку ви представляєте. Тут немножко ошиблись з датою, коли вона визникла. Суддя, взагалі, возникла гораздо раньше, там, 60-е годы еще. Я пришел в студию в 76-м, вот, и, ну да, объединение, вот это назовем его так, с легкой руки, но она одобрила, это жена нашего Вайнштока, покойного, Зинаида Андреевна, одобрила, учителя, так? Да, одобрила то, что вот мы хотим организоваться там. Организоваться для чего? Ну, общались мы и так постоянно, у нас каждый 20 марта, это день его рождения, уже будучи покойным, мы к нему приходили. Точнее, приходили к Зине. Вот. Шановали память. Да, ну и общались там. У них очень хорошая квартира была, там библиотека прекрасная. Вот. Этот художник интересовался всем. Поэзией, музыкой, литературой. Вот. Я считаю, что, ну, можно говорить об этом долго, это отдельная тема. То есть все, что связано с вибрацией, начиная с музыки, это вибрация.
Вот. Это присутствует в любом виде творчества. Балете, театре, архитектуре. И наветь картины. То есть, если у человека есть этот камертон, который улавливает эти вибрации, ну, это большая тема. Вот. В физике есть такая часть теория, теория волн. Вот. То он должен воспринимать все. То есть в музыке есть такое понятие. Если ты понимаешь Стравинского и Скрябина и Шостаковича, ты можешь слушать все. То есть вот в этот интервал можно вбить очень большое количество музыки. Точно так же и о теории волн. Эти люди, которые склонны к творчеству, но, к сожалению, очень мало людей, допустим, из тех же художников, воспринимают поэзию, серьезную музыку классическую, ну и там ряд других вещей. Вот. Я не знаю, ну то есть на это есть объяснение психологов и ученых, ресурс. У нас разный ресурс у людей. И ось така, вот такі теорії, так і такі розмови, і дослідження поєднали цілу групу миколаївських митців. Я хочу сказати, що от якраз Вайнштейн був от із цього меншинства, яке володіє цим. Тому що він написав стихи, був ізданий небольшой збірник. Вот. Ну, вони немножко такі тенденціозні у нього. Він любив дуже, ну, не всі там окремі речі. Он любил латиноамериканскую поэзию, то есть есть такое интонирование в сторону чего-то. Вот. И мы начали выставляться, вот Зина еще была жива, Зина Андреевна, группа В, ну пусть группа В будет. Но таких вот, я на выставке об этом говорил, лучше вот по этой, в этом направлении расскажу что-то. Таких вот, это не объединение, это была студия. В Советском Союзе, почему я говорю о Советском Союзе, достаточно много было объединений творческих. Но это уже художники, отошедшие от Союза, допустим, которые по творческим направлениям своим объединялись в какие-то группы. Вот, они снимали либо... В Москве была такая леонозовская группировка. Ну, это не бандитская, а художественная. Слава леонозовская Богу. Была там, да, другая еще. Вот, это была серьезная... Группа такая, потому что у меня была знакомая в Ленинграде, искусствовед, она в свое время продала коллекцию из этой группы. То есть у них были общие мотивы. А давайте лучше до Миколаєва все ж таки. Если брать студию, в Николаеве таких студий не было. Обычно студия, она ориентирована на то, чтобы готовить человека к поступлению. То есть это в первую очередь учебные методики. То есть рисунок, живопись. А студия Романа, она больше походила на желание Ван Гога в свое время сделать коммуну. Коммуну художников, которые были по взглядам своим, по творческому направлению, в одном каком-то мейнстриме. Вот. Но у него это не получилось. Там с Ван Гогом они разошлись. Ой, то есть с Гогеном разошлись. Вот. А здесь вот как раз этот... Ну, он был максималист, и он не хотел, чтобы люди уезжали и поступали в учебные заведения. Но этого быть не может. Как не может быть развитие или там движение любого человека куда-то. Вот. Ну, какие-то конфликты возникали. Они, если при желании там студиться, они как бы могли гаситься, потому что у Романа был такой своеобразный характер. Тобто зараз ось ця виставка присвячена вчителю, так? Ну, я считаю, что каждая выставка это присвячена вчителю, потому что они, ну, сама группа В говорит уже о том, что группа имени Вайнштока. Вот. Ну и я начал студию говорить. У него, конечно, был методичный подход по учебным работам, как-то рисунок, композиция. Вот. Рисовали мы фигуру. Ну, конечно, не в том объеме, что касается учебных заведений. Вот я поступал в Мухинское училище, неудачно, к сожалению. Тогда у меня было высшее образование, а ну, были табу на всякие движения в сторону. Вот. Там, конечно, это другой объем. В Мухе был очень хороший конструктивный рисунок. Но он по возможностям часов давал это все. И в этом же, ну, как бы в этом пространстве, перенесенном домой, естественно, в домашнее время, мы должны были активно работать творчески, потому что у него главная установка была – это творческая работа. Чем больше работаешь, тем краще будет вдаваться. У него была цель сделать, подвинуть людей
к творческому мышлению. На творчество. К какому-то методу. То, что дал Роман, у него был свой метод, у художника, у любого. Не может быть там и вот так, и вот так, и вот так. То есть со временем формируется общее направление, в котором он работает, у любого художника. Вот, вызревшее, и в котором он как бы уже не прыгает с барьерами. Скажіть, будь ласка, а всі учні цієї студії стали потім художниками? Чи кожен вибрав свій понимаю, шлях? Ну, знаєте, дуже багато людей пройшло. Студія – це там, як говориться, ворота відкриті. Відсів був огромніший. Якщо за те время, що я був, я практично там тих, хто відсівся, може, половину я не пам'ятаю. Ну, от на сьогоднішній день осталось десяток ребят, які підтримують відносини. Ну, не все в одинаковой мере что-то делают, причем есть по студии очень способные люди. Я постоянно там их пытаюсь достать, чтобы начинать что-то делать. Ну, бери их и делай то, что ты уже, что у тебя получалось. Вот этот метод, который ты освоил. А метод Головачева, кстати, он очень близкий к Роману, но немножко, достаточно переосмысленный, но он очень... подходит, как бы не очень далеко отошел от него. Единственное, что на это, наверное, нет времени. Так, вот Головачева, видите, очень отличает вот что. Есть понятие пространства, как в музыке, вообще в любой сфере искусства. Вот у него пространство, оно очень комфортно. То есть туда хочется погрузиться, или, как говорил один мой знакомый, я бы хотел там жить. Ну, не у Головачева, это был разговор о других вещах. То есть, когда у человека есть... Ну, тут, понимаете, очень можно ошибиться. Если много людей говорят, мне нравится вот это, и зачастую это будет поверхностное такое ощущение, что нравится. Вот. А у него, мне очень нравится пространство вот, обобщенных форм и колорита. Но там ограниченное количество этих работ, их где-то штук 10. Я бы хотел себе иметь что-то из них. Я зрозуміла, ви можете говорити про своє захоплення. Скільки можете говорити? Цілий день? Ну, цілий день. Ну, можу спогадати, що ти ще додати. Дякую вам. Довго, да. Ви знаєте, я думаю, що багато наших глядачів сьогодні відкрили для себе якусь творчу особистість. І ще більше поглибити своє знання можна на виставці. Запросіть, будь ласка, на виставку наших глядачів. Звичайно, я ще хочу додати, що крім полотен, представлена ще скульптура Віктора Головачова, теж досить цікава. Я думаю, що відвідувачі, коли прийдуть до нас до музею, познайомляться вже самостійно, поспілкуються з експонатами. Виставка буде працювати до 5 листопада цього року. Запрошуємо до музею суднобудування та флоту. Будь ласка, всіх бажаючих. Дякуємо і вам. Приємного продовження дня. Так, шкода, що не можемо в короткій розмові вмістити те глибоке знання, яким ви можете поділитися. Маленьку ремарку можна зробити? От, я пожелаю зрителям, здесь уже говорили о том, що приходите, приглашення на виставку прозвучало. Очень часто слышиш такі, інтересуєшся ли ти искусством? Мне непонятно, это как вот и музыка серьезная. Для того, чтобы что-то понимать, надо ходить и много смотреть. Если возникает интерес, спрашивать, ну это если существует он. Я желаю всем интересных встреч с изобразительным искусством, не только с ним. Прекрасные побажання, дякую. И вам доброго ранку и продолжения дня.